пытаемся выгулить Скорпея. Скорпей! Скорпей чудесно себя ведет на поводке. Просто чудесно. Золотая собака. Мальчик, мальчик. Просто чудесная собака. Поводок чувствует только так. Мы потыкаем. Но сейчас что-то находит там. Чудесный парень. Парень. Хоп! Хоп! Что ты там нашел? Ну вот, выгуливаемся. А другие так хотят. И еще писает. Молодец, молодец. Мы так завтыкаем. Вот сейчас мы пойдем погуляем немножко, если он меня не понесет. Ну, вроде он не несет. Пошли. Здесь кошечками пахнет. Пошли, молодец. Молодец, парень. Молодец. Такая чудесная собака. Все, выключаю наше кино. Еще одна красавица на выгуле. Собака улыбака. Она такая чудесная. Так, что-то у меня больно много пальцев. Ну-ка, улыбнись. Посмотри, девчонка. Меня, пожалуйста. Ай! Эй! Ай! Смотри, стоп! Нет, стоп, стоп! Блин, держите, держу ее, ведете, она же идет ко мне. Мне же надо заснять, успеть ее. Ты. Муж звонит. Посмотри муж на меня. Звонит. Собака. Он закашлялся. Ну, закашлялся. Ой. Она не сильно, нет, не ухватилась. Пытаемся. Она счастливая, довольная. Ну что, мои хорошие. Шейли. Ты моя Шелли, старушенция моя седая. Ай, ты моя красавица, Джессика. Шелли, мое солнышко, замерзла. Иди в будку, моя красавица, иди. Шандри, ай, ты красотка. Ири, ты не красавица. Да, Баунти. А? Мои красивые девочки. Ребята, работа проделана просто огромная. Просто огромная. Сейчас немножечко в середину поля выйду, чтобы можно было показать, а и охватить. Чтобы и золотые. Мами-ми! Сейчас разносим, добавляем сено. Красавица моя. Ай, ты мое солнышко, голубоглазая моя красавица. А? Люка. Люка моя, Люка. Ты приехала, а мама тебя на холод выкинула, да? Не волнуйся, детка. Да, мое солнышко. Мамины. Ты красавчик мой, а? Ах, ты ж мое золотое дитя. Да, мои хорошие, да. Сейчас разносим сено, ребята. Добавляем сено, потому что холодно. Вот, перекатили сюда тюк. И разносим во все вольеры сено, как можно больше. Да, сейчас разносим сено. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.
Thank you.
готовки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь в ряд. А вот синяя уже стоит перпендикулярно. И вот отсюда видно немножко вольера. Так, это я вот стою примерно посередине. Это вот я остановилась, вот синий. Две вот этих, два сдвоенных морских контейнера. И вот эти вот семь бутылок в ряд стоят. Так, это домик для рабочих. Там хозяйственное помещение, два кошатника. А это вот пошли люди вольера. Волонтеры кормят собак. Понимаю, работа идет. Так, ну вот. Вдоль вот этой стороны стоят эти столбы, но еще установили нормально, просто втыкали места, обозначили, конечно, с ними все засыпало. Это вот другая сторона длинная. Вот тут еще три бытовки. Ну, там для них все повернулось. Мы одним краем дошли до забора, до конца забора. Поставили, забетонировали столбы. Подготовили противоположную сторону, тоже забетонировали столбы и подготовили противоположную сторону под следующие вольеры. Не все, конечно, только наполовину. Те, которые перекошены, это просто те дырки, которые мы просверлили трактором. Слава богу, трактор нам очень сильно помог. Так, гравий у нас еще есть на отсыпку, но это очень и очень мало. Сетки, ребята, нет. Сетку, какую привезли, почти всю уже оприходовали. А сетка нам, друзья, очень нужна. Ребята делают сейчас. Сварку ведут. Ребята, за 4 месяца вот этих сделано очень и очень много. Сделан зимник. Правда, пока без вольеров. Но хотя бы зимник. У нас 10 бытовок. Ребята уже заняты. Нам надо еще 4 бытовки, чтобы закончить зимник. Еще 4 бытовки надо. Вот это место подготовлено для 4 бытовок. Это зимники малышей. Бытовки на 2 отсека, и в каждом сидит малыш. Строительный домик. Хоздвое домик.
В этом же хоздомике у нас два отсека для кошек. Ребята, собак вывезли уже 400. С одного края дошли все до периметра. Сейчас переходим на другую сторону и начинаем делать другую сторону. Дырки уже просверлили. Трубы у нас есть. По возможности ставим бытовки. Нам нужна помощь срочно. На 9 декабря. Все спят? Все по будкам? Привет! Привет! Что? Что? Красавцы, бородатые, красавцы. И вы красавцы, вы вообще самые шикарные. Да. Да.